За 9 месяцев этого года в Владимирской области ликвидировано более 600 свалок. При этом выявлено было в 2 раза больше. Мусорные проблемы региона обсудили на совещании в Белом доме. Так, большая часть муниципальных образований до сих пор не предоставила в Департамент природопользования данные о том, где нужно разместить площадки накопления отходов, хотя срок был до 1 июня. Информация поступила только от 8 муниципалитетов, 6 анализ еще ведется. Промедление в этом вопросе может обернуться неготовностью городов и районов к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Также на совещании обсудили расчистку территории вдоль дорог. Сотрудники Владопродора уже вывели там 60 свалок. На очистку их от мусора и сухостоя уже направлено 25,5 миллионов рублей.